Всем привет! С вами Кэт. Давайте сегодня расширять словарный запас. Мы русские, народ экспрессивный. Нам нужны сильные прилагательные. Чтобы сказать, это офигенно или это отстойно, очень хорошо, очень плохо, это тоже как бы нейтральненько, да? Давайте сегодня будем все это дело усилять. Например, пара номер один. Good и bad. Все знают, good – хороший, bad – плохой. Теперь bad может превратиться в terrible или awful – отвратительный, ужасный. А good становится amazing или awesome. Если смотрите South Park, то знаете, awesome там звучит очень часто. Вот уже поменялась окраска эмоциональная вашей речи или вашего предложения. Следующая пара – hot и cold. Hot – горячий, cold – холодный. Например, вы можете это сказать как о погоде, так и о себе. Например, сейчас очень актуально. It's freezing. I'm freezing. Да? Очень холодно, я прям мерзну. От слова freezer – морозильник. А hot у нас превращается в boiling от слова кипятить или roasting от слова запекать. Ты можешь сказать it's roasting outside. На улице просто жарит. Или можешь сказать, why is it so hot here? I'm boiling. Почему здесь так жарко, да? Я прямо, я кипю. Нет такого слова в русском языке, я знаю. А еще у нас есть парочка small и big. Большой, маленький. Наоборот, маленький, большой. Small превращается в tiny, в крошечный. Пример такой. He gave me a diamond ring. And the diamond was tiny. Он подарил мне кольцо с бриллиантом, но бриллиантик был малюсенький. Это, кстати, неправда. Нет кольца с бриллиантом. А big у нас превращается в huge или enormous. Например, вы можете сказать, oh my god, that cake is huge. There is no way we're gonna finish that. Да? Тот торт, он просто огромный. Вообще без шансов, что мы его доедим. Еще есть, например, слово interesting может превратиться в exciting. Exciting – это означает, что вас прям будоражит, да, вы в восторге. Но не всегда их можно друг с другом заменить, смотря там по обстоятельствам. Вы можете, кстати, человека описать she's interesting, да, она интересная. Или I find her very exciting. То есть, если человек прям вас как-то будоражит, и вы думаете, что он фонтан, можете так сказать. Потом слово angry, которое довольно нейтральное, превращается в furious. Хороший пример. She was 2 hours late. I was furious. Она на 2 часа опаздывала, и я была просто в бешенстве. Слово funny, которое довольно нейтральное, забавный, да, веселый, смешной. Funny превращается в hilarious. Hilarious – очень крутое слово. Можно сказать, Jennifer Lopez fell off the stage during her concert. It was hilarious. J-Lo упала со сцены во время концерта. Это было очень смешно. Еще хотелось бы упомянуть слово boring. Boring превращается в tedious. Например, вы можете сказать, вас кто-то спрашивает, so how was the lecture? Ты говоришь, it was tedious. Так уж было скучно, вообще капец. И давайте еще возьмем слово dirty. Dirty – это просто грязный, а вот filthy – это прям вот свинарник, да? Можете сказать, she hasn't cleaned once. Since she moved in, the flat is filthy. Она ни разу не убиралась с тех пор, как переехала. Квартира просто свинарник. Кстати, есть очень крутой фильм с Джеймсом Макэвоем, называется «Filth» – «Грязь». Если не смотрели, посмотрите. Он хороший. И давайте закончим на позитивной ноте. Слово «beautiful». Кстати, молодые люди, если вам нужно сделать девушке комплимент, прям себе записываем сейчас эти слова. «Beautiful» превращается у нас в «stunning». Gorgeous или breathtaking. Например, можно сказать, oh my god, you look stunning. Ты выглядишь потрясающе. Или подружки друг другу говорят, this dress is gorgeous. Такое красивое. Или можете сказать breathtaking. The view from our hotel room was breathtaking. Вид из нашего отеля был духозахватывающим. Есть такое слово или нет? Допустим, что есть. На сегодня слова закончились. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.